Всем привет, с вами Немолодой, и мы едем на последнюю игру в уходящем календарном году. Сегодня с командой North Stars на арене Айсберг принимаем команду Алмаз Friends в рамках регулярки МЛХЛ. Соперник наш сегодняшний не очень стабилен, в матчах с одной и той же командой может как разгромно выиграть, так и разгромно проиграть. Возможно, это зависит от того, кто у них смог приехать на игру, а может кто-то и не смог. Поэтому, что нас ждет сегодня на игре, я не знаю. Ну а что касается нас, тут все просто, нам надо выигрывать. Лидеры немножко убежали, нам надо их доставать. Мы хотим медальки, поэтому поехали на лед. Ну, с Богом. Начали не очень хорошо, что-то засуетились. Два броска и в итоге уже получили. Итак, смотрим! Клюшку попал, молодец. Красавчик выцелил клюшку. Рикошетом в ворота. Здорово. Ай. Есть моменты, есть подходы к воротам. Надо забить только, пацаны. Ничего себе, он ее поймал. Она как лягушка запрыгала. Все по делу. Прижались, и вот и получили. Парни, а пятак один! Но я бы не сказал, что мы сильно хуже играем. Просто удачи чуть-чуть не хватает. Удачи. Ой, хорошо, они сами от такого подарка припухли. Артем, как вовремя, молодой красавчик. Нормально, Санюк, не суетись, все нормально. Однако проход по красоте получилось. Санек, хорош родину спасать, пусть нападающие спасают. Вы провалились два раза в конце. Санек, что сегодня игра в одни ворота идет, вот в эти все силы сюда забили. Yeah.
как мы начали третий период? Охуенно начали. Тяжелая игра, противная такая сегодня. И залетает какая-то дрянь. Хорош! Молодец. Что-то я прям как-то расстроился по итогам игры, даже на льду не стал ничего записывать, ну прям не было ничего там такого, чтобы пропускать 4 шайбы. А потом подумал, да зарасти оно все ромашками, пускай это будет наш новогодний подарок сопернику. И вообще мы своё возьмем в новом календарном году. На этом, в этом году закончили и увидимся. А вот и не закончили. Будет еще предновогодняя двухсторонка GoPro Хоккей от первого лица. Увидимся.